Когда под рукой сладкий перец, возникает идея о том, чтобы его нафаршировать, но не всегда его форма и размеры позволяют это. В таких случаях можно сделать фаршированные половинки перца в духовке. Приготовить фаршированные половинки перца в духовке можно с абсолютно любой начинкой, не обязательно использовать именно фарш, при желании можно положить картофель, помидоры, грибы и прочие овощи, соус также можно сделать сливочный или томатный с чесноком, например. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Главный ингредиент, конечно же, перец, его необходимо вымыть, разрезать пополам и очистить от хвостиков и семян. 2. Знаете, как сделать фаршированные половинки перца в духовке более мягкими? Предварительно перец лучше проварить пару минут, а затем просушить. 3. Фарш лучше приготовить самостоятельно, для этого через мясорубку пропустить свинину и говядину в равных пропорциях. 4. Очищенную и нарезанную луковицу отправить к фаршу. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Морковь вымыть, очистить и натереть на средней терке. 6. Посолить, поперчить по вкусу, добавить молотую паприку и другие специи при желании. 7. Свежую зелень вымыть и просушить, нарезать мелко и добавить в фарш. 8. Рис сварить в подсоленной воде до состояния полуготовности. 9. Когда рис немного остынет, добавить его в начинку и тщательно перемешать. 10. Теперь можно начинить перцы и вяложить в форму для запекания. 11. Чтобы фаршированные половинки перца в духовке в домашних условиях были еще вкуснее, можно приготовить заливку. Для этого соединить сметану с томатной пастой или соусом и тщательно перемешать, посолить и поперчить по вкусу, добавить сушеные травы. 12. Вылить в форму и отправить перцы в заранее разогретую духовку. 13. Через 35-40 минут блюдо будет готово и его можно подавать к столу. Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество. Далее. Перец 1 кг, фарш 500 грамм, луковица 1 штука, морковь 1 штука, томатная паста 2 столовые ложки, сметана 4 столовые ложки, рис 100 грамм, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, паприка 1 щепотка, свежая зелень 2-3 столовые ложек, количество порций 8-10. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Жду снова и желаю вкусного дня.